Так, нам в ту сторону это. Или нет? Да, или вот да. написано вход. На, держи зельки, скорости, чтобы быстрее бежишь. Ну и лечение. В прошлый раз нужно было тебе все-таки бронь брать, так бы мы сломали завтра бы и было бы круто. Сейчас попробуем. Ты пойдешь под землю, туда залезешь, я буду сверху бегать и это. У меня Батик. Брони не было нормальной. То есть она была сломана. Вот и у меня еще было. У меня еще книжечка осталась. Которая написана. Если я в руки возьму, то он теперь заряжается некоторое время. Кто? Шпион. Если это. А, все книжками заменилось. Прикол. Да. Че там? Ты где? О, да зомби я, типа. Смотри, бегу, бегу. По-моему, теперь начали выпадать вещи зато с других мобов. Вот такая проблема. Ну вот это возможно. Сделали бы вайб, если честно, я хочу вайб, я хочу начать все заново, потому что, во-первых, цифры немного не в том месте поставили, нужно на молоточке ставить ее. Дальше, мы успеем поставить первые всех Александрийку, и пока мы будем в лагере, я накопаю сундук золота и пол сундука алмазов. Я могу накопать такое количество. Просто разделимся все на всю карту, разделимся в разные точки карты и по шахтам пойдем. Так, бежим вот так вот по стороне туда сначала, чтобы границу не пересекли, не спалиться скаут башни. Там вроде скаут башни не достает. А, стой, 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 я с мульта зайду, если меня не выгнали. Тебя выгнали. Выгнали? Да, я заходил утром. Я писал цифру инфо, типа написано, вы не состоите цивилизации. То есть тебя уже выгнали ночью. Значит, меня спалили. Не спалили, точнее, я вышел с конфы в скайпе и удалил этого человека и переименовался. Так, погнали. Пипец. Ну, надеюсь, хоть кто-то из земли есть. Пацаны. Да сейчас посмотрим, там процент напишется. Пацаны, я никого не могу найти. Я не знаю, где спам. В смысле, не знаю, где спам? Да а, нет, на карте где? А, мы уже подходим. Ват, у них же вроде, у них культуры нету, слушай. Давай сюда, покажу проход. Давай. Хорошо, что это снимаю, так круто. Ты это снимаешь, лол? Ну, давай, вот здесь, не. Да пофигу. Вот здесь вот вставай, да, вот здесь вот и начинай. Что тебе прятать? Все, ребятки, я готов. Да. Саботаж. А если тебя на ДС, у нас... Шанс. Нет. Корды. 0%. Лол, нет никого, походу. Походу, да. Пошли что-то посмотрим здесь. А тут? Я пока что это закрою. А ну-ка иди сюда сверху попробуем. Сейчас залезем. А это ж цива еще не крашнулась. То есть если я в золотухе буду бить, то все нормально будет. Да, ты еще в циве. Сейчас сделаем путь наверх. И внутри уже попробую. Не имеем шансов. Ждем, может кто-то зайдет. А вы где вообще? Мы возле чуда света ждем. Может кто-то зайдет. Вы уже шпионите? Пытаемся. Хотим. 80% шанс отравить. Я пропустил, ладно, хер с вами. Что? 80% шанс. Хотел с вами. Отравить амбар. Вот, слушай, а он достроился. А, не достроил. Ой, там башня лучников. Ё-моё, чё они мне не стреляли? Давай исследуем город. 10 тысяч стоит. Подожди, меня походу эти не палят. Не палят. Я сейчас в окне стою, смотрю на башню, и она у меня не палит. Но она тупит. О. Слушай, дайте мне 3000, я просто исследую город 30%. 30 секунд, 90% шанса. Сейчас. Посмотрим, что у них там такое. А может, у меня 32. Да, все, так, смотрим. Так. А что у меня счастье пониженное? Сейчас, У меня unhappy почему-то. 47% счастья. Скорее всего, так, у меня, кстати, тоже. Культуры нет. Сколько стоит просмотр или что-то? 10 тысяч, я уже смотрю.
Миссинг шанс. Шанс 90%, это стоит 10 тысяч, займет 30 секунд. Если слава вас устраивает, введите yes. Все, я жду, я тут время идет. 15 секунд. О, 10 счастья можно у них забрать. Надо за 20 тысяч. И можно еще травить коттеджи, чтобы они деньги не приносили. За сколько? За 10? За, не знаю, за 20, по-моему. Хрен, не помню я уж. А, необходимо иметь 10 тысяч на счету города. Города? Ну кинь на счет города. Оказывается, все-таки надо в городе. Опять ЕС писать. Вот мы бы так спалились. Прикинь, 5 минут бы ждали, а потом бы написалось, что вы должны в городе иметь. А, башня лучников палит. Лол. Я шпион. Почему никто не заходит из них? Мы, можно сказать, на их чуде стоим, накакать можем в любой момент на них. Я контент 50%. Миссия завершена. И что дальше? И что должно произойти? А книжечка есть? Подо мной железник. Есть книжечка. А, вот, да-да-да. Так, сейчас посмотрим. Sky level. Так, 12 800 монет. 709 молоточков, 422 культуры, 354... Прошу еще раз. Еще раз сказать? 3, F2. Так. F2 за скрин. А, сейчас. У них 1000 колбочек тут. Ну да, они в этом. Ничего не исследуется. Или на Paint Screen, потом Ctrl-V в Red Call, в чат. Зачем вы создали там? Что создали? Шпионы там что-то. А, давай, где? И там наверное. У меня с тобой зомби идет. Прости, я имел в виду, что изучили они, нет. Блоки вот везде. А, ну за он за мной бежит. Да просто где мы? А, окей. Каннибаба. Кстати, недавно видел видос, короче, как вы нападали. Ржал не мог. О май гад, вот эти каннибабы достали мне. Два раза взял и меня скинул. Пробежка, подожди, там может башни. Башни могут пробить. Нет, хотя не, они не достают. Так, начинаем. Так, где это? О, тут тоже 80%. Вот сюда, поехали. Вот сюда спрячься, вот сюда вот, где я сейчас. Подождите, что? Спаун зомбаков увеличили что ли? Не понял. Да, да. Назад поставили походу. О, скоро башню смотрим, прям на ней. Вообще не паримся. Вообще секретная операция. Такие смотрим. Если здесь 0%, какого фига? А кто такой дрон 77715? Не знаю. Ты не знаю. Добавь, что так требовательно. Типа, добавь, вали что-то. Его. Значит, это походу этот. Твой подписчик. Шпион, нет, шпион. А, он был у Лимонада, по-моему. Или у кого-то был. Да, не добавляй. Не надо. Сколько там процентов? Ой, шанс. Секунд точнее. Мы можем еще этот город исследовать, это же другой город. А что этот пацан если... какой-то пишет? Нет, это тот самый. Не, мы тогда исследовали Флоренцию, потому что мы стояли возле библиотеки. А ну, это и есть Флоренция. Это и есть Флоренция. Столица. А библиотека это с НС. Все, я понял. Слышишь, а что там пацан пишет? Виндрев, какого-то там пацан пишет, что... скажите корды, только точный, кому... О, смотри. Нам. Я тут... По-моему, нас спалили. Я отрубил бар на 15 часов. Ахахахаха. Погнали назад тебе. Все, вообще, это как ее? Шпионаж века, короче. Угу. Хоть что-то поделаем. Вон там. Он идет к тебе? Я сейчас подбегаю. А у тебя меч хотя бы есть? У меня есть меч, конечно. Да не бегайте там, пока что подождите, я подойду. Башня. А, это он с лука стреляет, уходи, да уходи. Он мне ничего не снял. Вот этот. Я стою на месте, он мне вот стреляет. Он дурак. Он мне ничего не снимает, ни одного сердечка. Пол сердечка. Не снял, хорошо так. На правую кнопку еще, если мечом зажать, то вообще будет нормально.
Да, ребят, отойдите лучше, я сейчас подбегу еще. Так он тут один, мы можем его убить, хотя у него саундбон, конечно. О, хип-хоп, хип-хоп, хип-хоп. Ну, вот. Не беги дальше. Вот я его фига да не беги столько. У него этот... Сколько у тебя? Тут хип-хоп. У меня... Ну я его больше покоцал, говорю. Он спер нашего шпиона, убегай, убегай. В смысле про шпиона? Ну там какая-то книжечка была, скорее всего он... А, ну с меня, да, это шпион. Не шпион, точнее, а отчет. Когда шпион умирает, отчет остается. На 4. Ты, это короче, мне должен этот вот вещи. На. Это о, с мне этого? Книжка. Э, слышишь, что за говно? Выпало. Вы хип-хопа убили? Лол. Я убил. Он какой-то дновка убил, походу. Да он вообще никакой. Ну да. Не, я просто на него сзади напал. У меня тут... Тут какая-то книжка. Дай, дай мне книжку посмотреть. Робот еще пришел. А Т3 броня какая-то. Миссион. Так, посмотрим. Миссион фром Севастополь. Понятно все. А, так они возле Севастополя сегодня крутились постоянно. У меня скорость, на скорость. Не, двое желтых. Это мой шпион, это я слил его. Это написано. Это типа... А есть еще, да? Скорость. Короче, у кого? Вы сегодня возле Севастополя утром двое кружились. Жёлто. Это не возле Севастополя. Это не возле Севастополя, это они кружились просто далеко. А у меня просто скаут-башня стоит так, что палит все координаты по всей цели. Угу. У меня две скаут-башни. Не ниже Севастополя кружили, я смотрел по карте, я ориентируюсь по ней. А ну окей тогда. Воу, он меня бьет. Но книжка моя получается. Блин, они меня зажали, воу. Отбегай. Ты куда меня бросил? Я побежал в другую сторону. Беги, беги, беги. Я же говорю, не идите к ним, я подбегаю уже 200 блоков. Убегай. 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 Давай, теперь твоя очередь. Ты... Хипа, завали. Давай, давай. Все, я труп. Труп. Умер? Подбирай все вещи. Я тоже убегай. Умер. Ха-ха-ха. О, хип-хоп, хип-хоп. Че ты убежал? Конечно, блин, там задали меня со стороны. Блин, еды нету, да, еды, Егор? Где саламандр? Саламандр, давай нормально, после вайпа уже. Не знаю, не знаю. Так я не тебе говорю, Валик, я тебе говорил, поэтому что не хотел, чтобы ты зло. Тупо, понимаешь? Еда есть? Я вот, меня бесит Регинка. Тоже бесит. Она мне мут дала за три слова написанных. Точнее, одно слово. Чё это было? Смотри, прикол, короче, буду всем цифрам пар кидать. Ты? Да, зачем? Ок, вай будет. О, давай, давай, кидай вар, и увидишь прикол. Покинешь? Не, не кидай, не кидай, не кидай. Ну, какая разница? Ну, в принципе, да. А, хип-хоп сзади, да? О, чё у вас двое? Ребят, я тебе не подписывался. У нас, короче, чело из отката, короче, этот... Из отката нашего чела меч сломался. Лол. Бывает. Ой-ой, чё-то у меня хп просело. Почему мне свои... Какой-то чувак вообще... Чувак обычный чел подобрал этот... Ой, подобрал корбитку. Ты электро. Сейчас. Палим там. Готов. Два, три. А готов? Совеси помада, готов? Да-да-да-да. Три, два, один. Блин, не так написал! Не написал. Вот, все. Давай теперь. Киньте союз. Давай, 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 давай. Как вас зовут-то? Да блин! Класса, блин! Очень весело! Чё там такое? Да ничего. Да мы друг другу все закинули. Чё все сюда переместились, ё-моё? Подожди, кто ещё есть, кто ещё есть, подожди, кто ещё есть? Давай Спарта. Спарта, давай Спарта. Кто на кем? Кто на кем?
Три. Два. Один. Подожди, точно есть? Подожди, давай, Миллениум. Миллениум там просто пишет и все. Да? Сигли вы деретесь, эй, лимонад. Лимонад. А ну тихо, лимонад. Че вы все сюда пришли? Ходите. Мы, короче, потому что вас там нет. Мы здесь сами. Мы пришли сюда, потому что вас там нет. Ломатр, 23. Минус. Минус, ну, я добью. Да. Да не, выходите, а то орете слишком сильно. Мешайте, ну, давай. Подожди, давай, кто еще есть? А, подожди, циклип, Раша есть еще. Кто счастье? Раша есть еще. Подожди, мне интересно, сколько счастья, сейчас посмотрю, не могу мне. Ладно, я, короче, к своим. Пипец, у меня. Егор, рокер. 42 счастья встретится. Подожди, давай еще подожди. Тек-лист. Давай, короче, теперь... Давай спавну кинем. Алло. Да. Что-то они, блин, разобрали немножко. Сказали же, не заходите. Три, два, один. А нельзя. Да чё вы вдвоем снова? Ну, блин. А почему это сзади подкрытель-то, а? Я, блин, почти его сам один убил. Вообще это не мы, твой сзади подошел и начал нас бить. Вы двоих. Вы за берлинскую стену построили? Что это такое? Почему не Ибонетик купил лимонада только что? Они там в скайпе, наверное, бесятся. Блин, у меня меч скоро сломается. А, ну у меня, в принципе, есть починить. Я сейчас бегу туда, ну там только зомби дофига, много очень. Это тебе придется бежать. А? Три угольных блока, лол. Дима. Что, есть? Нету. А, фу ты, блин. Сколько? Я походу уже поставил. Плюс 1500. Походу один час мы всрём, если нужно, чтобы хип-хоп не зашел в этот час. Да не зайдут они. Да не, просто понимаешь, они могут на эту карту, на это место тоже пойти, а оно на карте уже пропали. Карта вообще вся пропальна. Ну да. Чё мы на этот раз ставили, давайте будем стать... Левее, 550. В горах, в горах. Уже давай, карта та же. Помнишь там, где мы брутала фармили? Ну, вот там я так и понял, да, что там примерно. И рядом сразу же второй город в зиме, третий город снизу на Плэнде. Дима, ищем. Три угольных блока. Тихо, сейчас все молчите. Знаете, что я узнал? Чё? Корды их будущей цифры. Какие? А вот они. Чё? Только не наши. Таким радостным голосом. Это не наши. О, они вообще далеко поставят. Изи. Ну, в принципе, у нас с ними мир. У нас с ними мир. Егор, у нас не мир. Блин, они в ЛС ушли, они ушли в личку. С кем мир? С этим, с Империей? С Империей, да? Ну, ты чё забыл? Да. Чё? Ну как бы да. Но всё равно рано или поздно воевать придётся. Ну так, рано. Вы где, Валёк? Ну не сильно. Мы в шахте, короче, копаем. Там увидишь земли построить. Я в зимнем бионе. Иди в горы. Может, давайте лучше просто друг друга поглотим, да и всё, а не воевать с ними. Друг друга поглотим. Да когда-то повоюем. У нас, короче, смотри, Егор, нужно 380 тысяч, чтобы исследовать банк 4 уровень, переключиться на монархию и исследовать библиотеку. Это вместе с библиотекой, 380 тысяч. Ну да, и, конечно же, бараки. Это мы сделаем... За... Это можно, если продать ресурсы, которые мы сейчас будем копать. Да. Сейчас нужно все деньги, скиньте деньги, ребят, у кого остались деньги по, на этот налог хаос. Я сначала посплю. Сначала спи, я уже... Не, Валёк Про. Я сейчас поставлю циву, сразу лонг хаус качаю и кидаю Саламандра в Мэр. Кто не понял? Ой, блядь. Уважаемый телевизор. Сейчас напряжёнка, сейчас у нас 10 минут, чтобы накопать эти. Там брутальный, не издевайтесь. Поэтому они... О май гад, там бегемоты еще есть. Они... У нас... А, это бегемоты. Это под... Сундуки, это все под землей, там кровать, спасите. Потом расскажу. Конечно. А то тут говорят все.
Передал. Так, Валя, у меня 39 булыжника. Ой, этого. Уйди. Нормально, нормально, все, я сейчас возвращаюсь, да, дашь мне и пойдем и сделаем. Ну какой-то парень бежит. Сверху ФНАФ и паренти. О, Егор, смотри, вот сейчас говорит Дима, он с нами должен был играть. Ну ты помнишь его, Димася? Он просто заболел сильно, его там не было с нами. Да, я помню. Он, если можно, ему в первый город поставить в зимнем биоме. Окей. Да, мой я город уже пойдет на пробирке. А я уже поставлю город на планете. Такс. Я хотел первый город. О, у меня как раз хватило. Все, лагерь есть. Где лагерь? Вот лагерь. Совет Юнион. Кто, я буду поставить или ты? Я поставлю и сразу перекину на этом. Там шахта есть, можете уже идти в шахту добывать вес. Беги, рун, Форест, рун. Давай, я не первый раз, я этот профессионал уже. О, блин. Да я профессионал. Так, не первый раз против элиты. Так, теперь я возьму. Подожди, у вас там брутальные. Ну да. И бегемоты брутальные. Ну что, давайте мы все. Я уже в шахту пошел. Я тоже. Да я уже один алмаз добыл. А, точно, можно же кит прописать. Что прописал? Спасибо, я за сдох, ману. Я взял дерево и этого. И досок, чтобы сделать себе кирку, когда накопаю алмазы. В ките фут еще 8 хлеба есть. А, и в кит ферме. Бери, ложи, чтобы сразу пошли эти жетоны лидерства. Эрза. А кстати, где жетон? Время уже. Не, еще нету. Сейчас будет. Разгой хлеба или один. Я могу кому-нибудь кирку сделать алмазную. Еще 4 секунды. Прям... Каждую секунду делим. Всё. О, да. Надо забирать прям сразу. Вот блин, мне еще и отойти надо. О, изи. Золото вижу. Ага, я не боялся, но я боялся, когда я был нубом, без брони. Короче, у нас сейчас 14 хлеба лежит, уже. 14? Да, а сколько стоит на спавне хлеб? А на спавне сколько? Приду. Ну, нет, поспать надо, я жду сон. Элитный этот, бегемот. Там брутальный бегемот. А мне не ударить, ребята? А какие координаты? Минус 500, не все, не все, есть некоторые бил. Если их не сам не ударишь, лимонад, ты дебил. Да сейчас нет, я... минус 1000. Да тихо, а не ори, я тебе напишу координаты и все. Да я не ору. Ты орешь. Я спокойно говорю. Все, координаты видишь? Теперь нажми на кнопочку М. Нажми на кнопочку М, и там есть такая вещь маркеры. Новый маркер, плохой маркер. Да не, вы бы сказали, что плюс, потому что на минус бежал. Я на минус 1000 бежал. Потому что даун. 50. Да потому что вы мне сказали, минус 500 и 1000. Сказали сразу нормально. Кто? Да я по рынке говорю. Класс. Только что убили этого зомби. У нас сова палит инфу империи. Лагерь на минус... на минус 2000 и на это. Сейчас бегемот охранять, еще буду фармить, ребята. Слушайте, так, сейчас идея, еще скину монеты. Ребят, короче, разрушить их лагерь. Предложение. Либо мы сейчас сделаем второй лагерь с моего киткампа и ставим, чтобы было больше хлеба с двух ферм. Так и сделаем, только с кого? Кто либо поставит? Мы продаем. Я давай. Продаем лагерь за деньги. Да не, не да, так уж Серега, нужны, ты не добавил лагерь? Кому Серега, деньги отдать, ребята? Выделать ну, легко. Не выходит там 24 часа, ты чё? От лагеря? Да, вроде тоже. Или нет? А квас будет играть, его снова поставить? Ну он это, он редко заходит, или он утром обычно играет. Это ну, я нафармил, я уже деньги отдал варьку кидать я. Теперь деньги Саламандру кидать, я уже свое дело сделал. Я ему уже кидаю. Я еще буду фармить на зомби. Подождите там меня. У меня удачи 2 нету, к сожалению. Егор, иди в шахту. Паренти. У меня тут изумрудики, он... Ну, оставь второй лагерь, будешь там жить.